мы открываем вот такой кассовый аппарат, да? Да. Который Диме подарили на день рождения. И будем играть в магазин, да? Да. Давай открывать тогда. Тут даже монетки есть. Даже рыба есть. Рыба есть. Рыбу, наверное, взвешивай. Ой, смотри, какие деньги. Евро. Вот это круто. Вот такие вот бумажные деньги. Тут даже кредитная карта есть. Вот такая вот. Вот будем оплачивать все кредиткой, да? Вот так. Так, набор продуктов. Вот тут такая корзинка с продуктами, да? Кетчуп. Положили какие-то конфетки. На, держи конфетки. Какие-то приправы, вот. Баночки. Молоко это, оказывается. Вон, Полина уже все монетки освободила. Мы ставили батареечки. Вот, давай включаем. Вот. Пик-пик. О, открывается. Можно вот сюда денежку ложить. Давай денежки. Вот, денежки. Давай, Полина, вот сюда мелочь складывай. Смотри, можно рыбу взвесить. Вот можно продукты на наш прилавок сложить и продавать, да? Дим, сколько стоит у тебя такая коробочка с конфетками, а? 7, 8, 5. Ого, это столько монеток, да? Да, это 5. Полина, покупай, что ты хочешь купить? Ух ты, смотри, Дим, тут микрофон есть, можно вот в него говорить. Пройдите на следующую кассу, да? Пройдите на следующую кассу. Эта касса занята, да? Вот можно набрать, смотри, с вас 850 рублей. Вот, Дима, давай сканируй. Сканируй рыбу и мне продавай ее, давай. Вот Дима просканировал, продал Полине. Полина, ты денежки Диме давай, он тебе будет продукты продавать. Держи. И пробивай Полине что-нибудь. Вот. Вы кого хотите, мне говорите. Говори, Полин, заказывай, скажи. Мне, пожалуйста, кетчуп. Вот Дима пробил тебе кетчуп. Вот, пип-пип. Теперь денежку. Все. Вот, Дима, складывай в кассу денежку. Сдачи тебе, Полина, да? А тут музыка. Ой, музыка еще играет. Вот тебе арбуз. Вот тебе банан. Все, все. Виноград. Вот Дима все продукты пробил, да? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.